я считал себя благородным человеком. Смотрел, как поступают друзья, коллеги, родственники. Некоторые поступки, конечно. Дед мой вот кошку задушил. Мне было лет 6-7. Он взял меня с собой. Я не знаю, зачем он это сделал. Что-то жутко прикладное. И вот она вырывается, извивается. А я смотрю на нее и думаю про себя. Ну давай. Давай. Вырывайся. А он ее душит. А я стою, как столб. И что? Да я не помню. Всю жизнь казалось, что я деда палкой ударил, а кошка убежала. Но вот сейчас я понимаю, что это не так. Что мое сознание специально включило защитный механизм, чтобы я не мучился. Нельзя это узнать? Можно, но не сейчас. Не сейчас. А когда? Ясно. Но вы же здесь не ради кошки. Да, да, я всю жизнь считал себя благородным человеком, который с надменностью наблюдал за неблагородными поступками окружающих его людей. Но, судя по вашей язвительности, вы перестали так думать? Я случайно все узнал. У моей жены есть одноклассник. Такой смазливый гондон. Прям такой гондон-гондон. Любит в соцсетях прихвастнуть своими победами. Выложит фото какой-нибудь дамы, да, и снизу вот какая-нибудь гаденькая надпись обязательно. Что же он так и выкладывал? Как же дамы реагировали на это? А они не знали. У них там закрытая группа, где пара сотен мускулистых самцов, хвастающихся. Вот. И в этой группе появляется фото моей красавицы жены. А вы как узнали? Знакомый знакомого. И пили вместе. Ну, по пьяни все рассказал, а тот узнал мою жену. Может, врал? А смысл? Мне доступ дали. Я сам все видел. Я вот сижу, я весь такой благородный. И думаю... Может мне пойти этого кадра избить? А потом думаю, а смысл? Он же ее не насиловал. А я жену свою люблю. У нас все хорошо. Дети. Ну если так все хорошо, что же она тогда? Самое... Страшное, что я ее понимаю. Встреча одноклассников, ностальгия, немного алкоголя, он ей нравится. Возможно, он даже первая ее любовь. Да я сам недавно свою первую любовь встретил, еле сдержался. Ясно. И что же вы предприняли? Да что тут предпримешь? Сижу, голову ломаю. Признаться жене, это значит построить между нами непреодолимый барьер. И самое страшное, что этот барьер потом придется преодолевать. Ну, люблю я ее. Что с этим сделаешь? Этого мудачка, конечно, сильно избить хотелось. Избили? Нет. Страшно. В
том числе. Ну и потом это глупо, могут посадить. И чего ради? Не отмотаешь же назад? Да, разумно. Так к чему же вы пришли? Товарищу одному заплатил, он его комп хакнул и нашел видео его похождений. Он у себя в спальне камеру смонтировал и все свои любовные утехи снимал. Качество, конечно, дерьмовенькое, под стать хозяину, но ему, видимо, нравилось. Короче, я выложил все это видео в его аккаунте в открытом доступе. Но там же видео вашей жены. Вам не хотелось огородить ее от этого позора? Нет, не хотелось. Я вообще, если честно, даже не думал об этом. Мне, когда этот хакер позвонил и сказал про видео, я понял, что я вообще никогда в жизни не смогу это посмотреть. Ваша жена узнала? Конечно. У них там полкласса с ним шашни крутило. Начались бурные обсуждения и осуждения. Ну, вы же понимаете. И как она отреагировала? Как же она отреагировала? Спокойно. Сказала, что он мудак. Удивилась тому, что он ей когда-то даже нравился. И даже ни на секунду не выказала опасений, что она могла оказаться на этом видео. Ну, то есть у них ничего не было? Похоже на то. Этот придурок, видимо, прихвастнуть решил. Блин, я там столько... Господи, сколько я семей разрушил, скольким людям я неприятности принес. Я еще недавно сам жил с ощущением измены в душе, и вот я разбрасываю это дерьмо по округе. Ну не дебил ли? Ну это правда. Правда — это то, во что мы верим здесь и сейчас, понимаете? Уже через час это может оказаться ложью, может оказаться глупостью, а может остаться правдой. Никогда нельзя быть уверенным в том, что ты носитель окончательной правды. Но вы-то как сами сейчас смотрите на все на это? Представьте себе, что вся эта история повторилась. Как бы вы поступили? Да никак. Ерунда все это. Потому что это все бред. Но не может мне изменить моя красавица жена.